Лемур. Лемур наш спит. Ох, сейчас я тут полечу, пожалуйста. В зале катается. Или уборкой занимался там около порога, да? Да. И убирал там, да? Подушки какие-то старые. Да, бабины. Муж и так нес три пакета за улицу. Набирается за улицу. Весна в этом году нигде проходила. То в Африке города снижают, то в Грузии снег идет, то в Адлере сугробы навалило. Такой март. У меня тут, короче, горшок с замерзшей землей, здесь погиб цветок. Я ее отморозила. А что горшок битый? Где горшок битый? Где? Где? Ты что, не видишь, что ли? Лопнул от мороза. Время. Да, земля, наверное, мокрая была, когда мороз начал, и она, короче, лопнула. От мороза лопнула. Это, я ее вынул. Может, какие-то маленькие в эти, как какие-нибудь, может, будут это рассаживать, пытаться что-нибудь какие-нибудь цветочки. Сейчас хотя бы что, кому не надо. Этот. Ну так, все равно что-нибудь. Весна никак не приходит. -5, -10, -5, -10. А вот недавно было вообще 17, когда вчерашний ночью. Когда-то прям холод был страшно могучий. Сегодня, короче, мясо. Лучку, морковки, картошку приготовлю. Кошку прожорливо их кормить. Одна пачка осталась, честно, да? Мясо буду разделывать там кусочки, это как его. А тонкий, жирку какую-то нарежу. Да. А то в тот раз, когда ты готовила, все-таки ты на мясе много его оставила. Жирку этого. А, ладно, я сегодня побольше там побрежу. Угу. Покрасила. Я красить не умею, правда. Ой, на кожу залезла. Насколько интересен мир, да? Чего только нету в мире. Каждый человек даже. Иди, обжора. Тройняшки, двойняшки. У каждого разный отпечаток. Все мы настолько индивидуальны в этом мире. Не, есть примерно похоже, но какая-нибудь одна линия это все бог равно будет. Бог всемогущий, Бог великий. Плюс еще в отпечатке пальцев, к примеру, снятие. Очень важно тот, кто снимал и как он это делал. Потому что порой из-за того, что неправильно снимали, сажали тех, кого не надо. Это уже совсем другая тема. Ну да. Ну нет, я все равно с отпечатками все равно связано. О, прям целым этим удобно. Давайте не лечитесь и поешьте поровну. Сколько всяких этих фосы каких, там только нет каких-то лемуров. И что так? Обожаю BBC из детства. Ну я тебе сегодня про них напомнил, и что ты решил смотреть. Даже не люблю. Окошко открыл, шторочек немножечко хоть. Мам, света не хватает, мам, сажай Захчу, чтобы она ела то, что она уходит. Иди. Каре уже обиженкой быть. Жри давай тоже. И все. Это все банки пустые. Теперь как, если кому-нибудь будет деньги, купить каких-нибудь специй. Если бомжик поможет. Говорит. Что-то, сынок, вот, я начну. Я просто... А, ну? Сейчас. Просто он тягучий очень, но снимай мед-то. Просто он тягучий достаточно. Бери перец, что ли? Он всегда так, он в нос как будто попадает. Видишь, какой? Нет. Очень тягучий. Мне прям понравился. Прям после вкуса хороший. Натуральный. Да. 100 рублей. Вот сахар сейчас дорогой, и сахар менее полезный, чем мед. Это как его падежи.
делать будем лекарства. Нет, у меня Бог не убил, ничего не болит, слава тебе, Господи. И сейчас вообще и все восстановилось, все у меня хорошо. А это было нормально, кстати. Что ты хочешь? Я наоборот. Тут у меня куркума осталась, короче. Говорят, полезный мед с куркумой. Ты вчера же не купил? Или не нашел там ничего, не знаю? Нет, не был. Не был, правда? Да. Ты не перемешаешь ее просто так. Это твердый мед. Он потом. Перемешается потом. Ручку не оторви. Этот фарфор все-таки хрупкий. Да, сейчас такой бокал уже 1000 рублей, от вас я офигела. Так, а это? Может, ложечку? Да нет, успокойся. Зачем мне сейчас? А ты что, перец, блин. Или из-за этого перца. Чуть так ран достала. Кого? Я не рано. Я ж сюда не добавляла чеснок. В это сало. Но все равно, по-моему, рано достала. Она, по-моему... Я его еще только засолила. Вот, показать хороший кусок сала. Mm-hmm. Это... Что ты хочешь? Это без чеснока. Это будет со специями. Это куркуму не съесть. Нет, у меня она кончилась. Не люблю я ее. Вот. Пусть солится дальше. Угу. С чесночком бы я бы тоже сейчас. Когда она засолится. А сколько примерно он должен солить? Я что, шарю? Я раньше, по-моему, неделю где-то. Я что-то не помню. Или 5 дней. Что-то не помню. Ой. За 5 дней он просолится. Ой, не знаю, вышло. И тут у меня еще 2 куска, и тут с чесночком точно такие, что такие жирные, хорошие куски сала. Все. У нас обед небольшой. Захчу... Не, это не небольшой, это нормально. Нормально, обед. Да. Захчу скакал на улицу, короче. Сейчас я отдам, вдруг это авторский, да? Да, я чуть забыл. Я себе, короче, вот, ну это мама уже картошку наложила. Но, и, ой, и... колбасу. Да. О, кстати, про майонез, я забыл даже про него. А этот кот, чай. Я чай заберу. Я с медом буду с этим. Угу. Я там цветочек, Мотя сожрала, у меня один цветок, короче, скушала, отломила. Но я не обижаюсь, что теперь. Может, у нее нехватка каких-то витаминчиков или что-то такое. Это. Я его просто отрезала и выкинула там этот листочек. Она один листок скушала. Я буду надеяться, что приживет. О, он уже подрастаял. Перемешалось можно. А, нет, ни хрена. Ну, конечно, тягучий этот мед. Хороший я взял, мам, мед. Да, тебе понравилось? Я не знаю, я там миллиграмм покушал, но он натуральный. Угу. Все-таки у знакомой беру уже не первый раз. Она даже знает, какой, то есть я говорю, у меня сорт тот, который я раньше брал.
Если доживем, Бог даст, как говорится. Сейчас в наше время только так и говорить, тем более. Это... Может, когда вот так вот мало на хлеб не будет, пойдешь на рынок, если будет погода, то когда-то нормально, и придет весна. Пойдешь, может, хоть вот так на кусок хлеба продашь, мало ли. И вот так вот. Чего? Стол тут пока есть место, куда ставить. Рассадить. Ну да. Кое-какие порассажи. Угу. Сейчас я еще капусту положу. Угу. Я еще готовить пока не готовила. Угу. Сейчас. Так, а там я капусту на печке распариваю. А чё ты баночку оставила, не выкинула? Да может что пригодится? Дефицитную соль туда насыпать. Золотую. Не, ну вот теперь по факту ее можно золотую, но серебряную, серебряную. Серебряную, золотой у нас сахар. Да, о, да. Сахар у нас на вес золота. А соль на вес серебра. Она не на жире готовилась, чисто так на грамме бульон, так сказать. Да, на бульоне, как его, на мясном. Обычная тушеная капуста. Все. С капустой особо не стало. Да я знаю. По 7 километров как солнышко не хочем. Но если будет тепло, то будем ходить. Ну, солнышко я, может, все равно не смотрит. На прогулке. Раскатали себе губи, что у нас вдруг он нас смотрит. Тебя. Да. Мне-то зачем? Меня, да. Мне-то зачем? Да. Я не интересуюсь ни блогерами, ни влогерами. Я не смотрю никого абсолютно. То есть не тот, кто там ведет, к примеру, какие-то там каналы такие о жизни, к примеру, что-то. Я вообще это ничего не смотрю, мне это не интересно. Я, смотрю. Я последний раз YouTube и за... BBC, и Парижскую музыку. Ну да, я... Фильмы всякие. Как же ты любишь перебивать? Все. Давай, говори. Я говорю, я YouTube последний раз смотрел в феврале. Это было середина февраля. Я последний раз YouTube смотрел. Я не сижу сейчас в YouTube, вообще не смотрю. А что ты смотришь? Фильмы смотрю какие-нибудь, там аниме, какие-нибудь сериалы там или еще что-нибудь. Ну хотя аниме уже давно тоже не смотрю. Ну ладно, сейчас я перейду. Мне сейчас интересно особо тоже пока. Короче, вот. Обед. Мой. Обед мамин. Обед мамин. Повторяюсь. Сейчас еще такая подложка чуть-чуть. Третий раз говорю. Нет.